Новгородский академический подготовил новогодний спектакль для маленьких зрителей. Премьера уже в воскресенье. На этот раз в новогоднем спектакле театра не будет Деда Мороза, Снегурочки и даже Снежинок. Ребятам покажут сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. О том, как мальчик выпил воды из заколдованного копытца и стал козленком. Для его спасения девушке придется преодолеть тяжелые испытания. Но добро и любовь обязательно победят. Иначе в Новый год быть не может. Для меня эта роль, можно сказать, в новинку, потому что до этого такие значительные метаморфозы на сцене для меня были недоступны, можно так сказать. Я в основном принимал участие в сказках в качестве каких-нибудь животных или зверей, но это тоже не станет исключением. Здесь я преображусь из человека в козленочка. Сказка получилась очень интересная, содержательная. Традиционно перед постановкой ребят будут ждать игры у нарядной елки. Премьера новогоднего представления намечена на 24 декабря.